Реклама. Канал Артема. Основная тема канала – это игра Critical Ops. По этой игре у Артема есть много рубрик. Но больше всего мне понравилась рубрика «Нубы в Critical Ops», в которой парень обозревает видео не совсем умных детей и делает это в очень юморной форме. Также на канале есть другие игры, но это уже другая история. Ссылка под видео. Всем привет! В этом видео я покажу наиболее выгодную подработку в Сампе на сервере Revent Roleplay. Подработки – это работа для новичков, на сервере есть работа грузчика, лесоруба, нефтяника, рабочего в автоцехе и развозчика товара. Я буду работать на каждой работе в течение 20 минут, а потом сравнивать прибыль. Начнем с работы грузчика. В итоге за 20 минут я получил около 2500 долларов. Теперь работа лесоруба. Она принесла мне меньше 2000. Нефтяник. На этой работе я получил около 2300 долларов. Работа в автоцехе. Здесь за 20 минут я заработал больше 3000. И это при том, что здесь есть возможность сделать бракованную деталь. Работу развозчика товара я в счет не беру, потому что здесь очень часто просто нет заказов. И о стабильном заработке можно забыть. И в итоге самой выгодной подработкой по моему эксперименту оказалась работа в цеху. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Также хочу напомнить, что у меня есть лайв-канал, и там уже вышло несколько интересных видео. И еще о канале Артема хочу напомнить. Ссылки на все это есть под этим видео. Ладно, до скорого!